Я думаю, вы счастливый человек. Вы не планировали себе совершенно никакой карьеры, и просто звезды так сложились на небе, что вы достигли того, чего достигли. Это так? Знаете, мне кажется, на самом деле, что планировать что-то в мире, где существует Бог, нелепо. Потому что говорят же, человек предполагает, а Бог располагает, да? Поэтому из этого пословицы выходит непосредственно прямой логический вывод. Человек, который планирует, дурак. Вы уверены в том, что существует Бог? Ну, в значительно большей степени, чем в том, что существую я. И у вас нет никаких сомнений на этот счет? Нет. Я не, более того, я не знаю ни одного человека, у которого есть сомнения. Есть люди, у которых плохо работает голова, и поэтому они сомневаются во всем. Но как только у них заработает голова, все будет опять нормально.